масло тебе нужно? Нет, не нужно. Я тебе сейчас дам дозатор. Что мы можем сделать с такой красотой? Что у нас здесь? Кошку, в принципе, мыть тут особо и не надо, да, но шерсть слегка почистить необходимо. Значит, что мы в этом случае можем сделать? Мы можем использовать вот такую вот пенку, пенка без смывания, пенка шампунь. Наносит она достаточно легко. Можно вопрос? Да. Вот насколько эффективно она работает? Слегка придать вид, почистить шерсть, да, можно, как называем, стиропомощное средство. Вот когда там хозяева против мыть, животное сильно боится, животное старое, да, которое вот вообще там начинает скакать, а вот такие вещи манипуляции позволяют сделать. Тогда нам это поможет. Вот в таких вот ситуациях. Пенка шампунь Miss Sapphire. Пенка удаляет грязь, придает шерстному и кожным покровам приятный стойкий запах. Благодаря особому составу на основе природного коллагена происходит увлажнение и питание шерстного покрова. Пенка увеличивает объем, помогает при укладке шерсти. Способ применения. Расчесать шерсть животного, встряхнуть флакон, выдавить необходимое количество пенки. От 2 до 5 нажатий в зависимости от размера животного. Нанести пенку на шерсть, помассировать, подождать 5 минут, после чего удалить излишки пенки сухим полотенцем и расчесать шерсть. Шерсть не сухая, очень гладкая, увлажненная, приятная на ощупь, чистая. То есть то, что хозяева могут сделать самостоятельно, прекрасно в домашних условиях. Да? Да, хорошо.